ты возьми наших примеров. Всех, кто 200-й, блядь, кто 200-х своих забрать не можем. Тут труп выносят каждый день. Вот, тело лежит 100 метров от моих позиций, его даже забрать не можем. Вот вчера еще, ни штурма, ни не было. Чисто обстрел артиллерийский. Сначала корабля 130, блядь, за 300, 5 кассет посекло всего. Сидим в окопе, и нас 300 еще. Я говорю, деревня Работина. Типа наши деревню отработали, вышли за деревню, и, короче, там тоже в какую-то сторону наши идут, прям усиленно. Не верю в эту. Ну почему? Они же это все на камеру снимают. Показывают. У меня такая есть на камере, тоже в телефоне записано. Мы тут тоже содержим оборону, прям напрем нахуй. Это спектакль. Мне тут на днях поступило команда. Снять видео. 9-я рота, часть 2-я. Женя. Короче, говорит, мне говорит, командир говорит, ты будешь Бондарчуком. Я говорю, все понял. Короче, я своих всех одел, поставил по позициям, ходил, снимал по траншеям, как они тут у меня воюют. Все отправляли куда-то наверх. Ну, вообще, что у них снаряды не кончаются, они кидают.